придется напрягать микрофон. Да, как обычно. Не завидую. Понимаешь, именно в тот день, когда начинаешь работать, что-то постримить. Судьба. Да, вообще судьба. В прошлый раз, когда ты прям... постримить будешь, мне надо вообще до отца идти. А он же так, в фоне нормальном состоянии. Так вот я запустил. Да. Расстройство. Как понимаешь? Я вас так понимаю. Нет, не понимаешь. Ты идешь свою линию. В принципе, я пробовал на элите. Но все равно это слишком долго их убивать, мне это не нравится. Это нужно по жизни найти на присядках. Так что все же я буду более актуален, если заново новички. Что? Ладно. Так, следи, там очень высокая точность стрельбы, я не моя мальчики. Что это? Ты взял такой, ты же обвинец. Ладно, может пока на новике порвать. Да играй на бойцы, не парься. Прости. Это ошибка. Это дерьмо какое-то. Это кусок, ты его так делаешь. Всё, я походу не помню сколько это. А, 6 эпизодов. В принципе, я где-то до 9 до 10, может, если выдержу по стриме, вот так. Так, я еще забыл одну вещь сделать. Это свернуть игру и понизить и уменьшить звук, чтобы нас было слышно хотя бы. Все, и так, 27 человек народу. И музыка прибыла. Да, матч, конечно, был... интересно. Неожиданно. Что? Не геймбол. А, не тот нажал. Управление, что-то теплее слетело? Да, а, нет, да ты в микшере понизил. Да, в микшере понизил. Нет, тут, да, это, а, музыку, управление управление. Музыку. Ну, блин, пора, это музыку какую-то. Ааа, запутался. Короче, иногда тут это управление слетает, это там бесит. Короче, вот, это какая-то, я проходил же уже эфир на стриме. Вот конец первой части. Да, с самого начала включили. Все, ну ладно. Улетели, а тут на тебе. Паска будет, Настя будет. Настя тут. Поиграл Николай Чистяков со мной, а вот он. Да, может, с нами как-нибудь? Да я только за. Правда, знаешь, я что-то подумал так, ну как-то вот не катится это стримить в этом в таком что вот. Это надо трое на трое. Замес устроить. Ну, разве что. Потому что, как, потому что у меня такое впечатление, что она уже как бы попсеет. Это же моба, она сама по себе изначально попсит. Тихо, голос. Так, тихо, больше. У кого тихий голос? Да, вы там в игре. У вас на ванной сначала в игре, читаю, что сами свежу. Ну, короче. Там персонажа достаточно интересно, то есть она же элементарнейшая. Это лайт моба вообще, по сути. Она сделана, чтобы были быстрые матчи и способностей очень мало. Развитие там тоже особого как бы заморочек. Так это и хорошо, блин, а то в доту там что потом. Смайт поиграет, там вообще автоматически все закупается и само прокачивается, так что. Нет, не в этом дело. Там просто действительно всего очень мало. А там и так то тоже есть... мало. Ты открываешь, там просто для этого игрока и все. Там что получится? Нет, это я не люблю таких вещей. То дело не в этом. Она, во-первых, 2D-шная. Все битвы длятся от 10 до 20 минут. Ну да, там есть арена. 10 минут. Вот. Бегаешь ты, то есть 2D, соответственно, там всего ничего этого. Замесы у персонажей вообще кардинально отличаются друг от друга. Там даже прыжками банальнейшими. Чего уж там говорить. Кто-то левитирует, у кого-то джетпак, у кого-то там еще что-то. У кого-то ботинки просто там двойной типа прыжок, у кого-то еще что-то очень по-разному. У кого-то пердак поджигает. Все же надо было ставить 50. Вот. И даже атаки-то разные. То есть, и, соответственно, абсолютно разные прокачки тоже могут разниться. То есть персонажи действительно вот здесь я очень почувствовал, насколько разные могут быть персы. Так, я сделаю другой прикол. Делаю громкость на 30-ку, как я делал, и у вас подключу скайпе на мою
Так, хватит. Хотите поржать? Ну-ка. Хотим. В горе стоял монастырь. Ну, это из школьных сочинений. В горах стоял монастырь. В нем жили мцыри. Одна мцырь убежала. Что значит, ты не упал? Цыри? Видите, негр. Его собираешь на... Из-под стола. Карандашик. Собака Джек член нашей семьи. Наш член большой, лохматый и добрый. Ночью член спит на коврике, а днем бегает по пустырю. Играет с другими собаками, членами других семей. У нашего члена все время мокрый, холодный нос. Когда к нам в гости приходят, они гладят нашего члена. Он старается залезть к ним на колени. Когда наш член голодный, он весь покрывается слюной. Когда наш член болеет, мы несем его к ветеринару. Так, вроде бы не сильно спешу, вроде и норм. Забавно, все-таки новый мем появился на ДФ в турнире. Который? Точка Дейла. Точка G. А, точка G. Надо. Влад скинул сам пошлую мышку. Нормально, что, концептуально. Гудгеймовский чат на месяц заработал. Да, он работает, я вижу, что Майдар пишет. Привет. Да, привет. Симпел. Йоу, ну че? Со звездой. Звезда прям вот. Ооо, ну че? Может, он полковник? Надеюсь, он летел не за на белом коне. Это клево. Тут есть фича с оружием. Каждый раз, когда оружие прибираешь, дается 50 патронов в... Блин, вот тут меня убивал эфир, это то, что... То, что ты можешь посадить целую обойму. Что-то тут не так. А можешь подойти просто и с ноги врезать по лицу и человек вдох. Но пока они это выключены. Это же роботы. Не, вот, не вот именно сами вот. Я помню, как я эфир проходил первый. Как я его проходил. Конечно, мы... Ладно, я проходил очень давно, я нифига не помню. Пока не потухшая. Да, ты думаешь, я помню, тем более Extraction Point я вообще не проходил. Тоже не первый только. И все. Угу. Я сюжетку прошу. Грохнул там это, под ядерный взрыв попал. Угу. Ты увидел вначале сцены, смотрел. Да, собственно, с этого места и начинается отдом. Первый из двух. Пакстон Феттл. Эти олени просыпаются. Это я тех убил, которые стояли в этой. Не, блин, я помню в Германии, когда она еще не вышла, там в какой-то выставке там и дифирамбы пели. Ну, в общем-то, неплохая действительно, очень такая приличная игра. Ну, на самом деле, прилично, да, но не так, что лучше. Нет, это не шедевр. Ну, блин, слушай, знаешь, скольким играм игромания дифирамбы пела? А потом наоборот. Ну, регулярно. Знаешь, вот я вспоминаю, сколько, как игромания опускала дебу третью. Еблад, это такая, это там то, все, пятое, десятое, неоправданное ожидание, бла-бла-бла, и что в итоге? Между прочим, самый теперь успешный проект Северного отделения. Знаешь, что я другой вспомнил? МРПП. В Германии ее опустили. А на ЛКИ ее боготворили, несмотря на все баги. На ЛКИ ее боготворили, письма писали в Германию такие. Народ, типа, вы чё, смотрели там совсем Муртопия, отличная вещь. Всё же погорячилось. Уже печки закончились. А мы все равно не понимаем, что там такое было. Главный редактор, единственный, который нормально был, говорю, что мне нравился, это Кузьменко. Ну это еще при Кузьменке было. Игромания, наверное, такая. Только и отделилась от нее.
Но ЛКИ, к сожалению, ввел Ленский, как только его не стало, собственно говоря, ЛКИ загнулось. Жалко. Не, вот сфера, я все вспоминаю первые свои диски, короче, там. Наконец взорвался такой. Купил. Что вижу? Была надпись замечательная. Для запуска вам потребуется диск в формате NTFS. Так, о как. Да. Уже напрягало, потому что у меня... Да, файловая система. Тогда у меня этого еще не было. ФАТ была еще, да? По 32 в основном была, ну как бы все устраивало. До 80 гигабайт. Так вот, фишка в чем? Значит, на диске тогда стояла модная защита Secrom 7.0, и, видимо, экзешники ее еще не научились ломать. Поэтому пираты делали вот что. Они установка игры ставилась тебе Demon Plus версии 3.47. Ставился образ весом 4 гига. Собственно, из-за этого требовался интерфейс диск. Потому что по 32 4 гига больше не тянуло. Да, это факт. Я до сих пор из этого материала. Вот, собственно. Ну и там при запуске обходила защита, вот. В конце 2005-го это было порядка вещей. Это я еще когда. Это я еще рассказывал про принца два трона, Старфорсом были заняты. Ну ладно. Старфорс это такая, это песня вообще, конечно. Ну там диски отключали. Иногда. Всерьез. Ну, было весело, короче говоря. Вот именно просто вот сейчас запомнился этот период, то что вот вставляешь пиратку, и тебе приходился такой геморрой. То есть, допустим, тот же Фаренгейт, там то же самое было. Образ Demon Falls, и обходишь защиту. Ну, с этими... Я Фюрби уже скачивал, когда играл. Я раньше-то в нее не играл. Фишка там. В чем? Фишка в чем? Даже если ты скачиваешь, тебе все равно приходилось. Да, я скачивал, это уже были не проблемы. Уже нет проблем. А, ну. Да. Да с торренты уже были. Торренты были. Это уже где-то 2010 год, что ли. Чем мне? В 10-х уже ее ломали тогда, да. Вовсю спокойно абсолютно. Да, прошел, потом фир второй прошел. Потом фир третий даже прошел. Понятно, и вторая забавная, скорее, а третья такая. Она никакая, я бы сказал. Тут вот газастые крысы, они так им пишут, они такие быстрые, если нападают на тебя. Так, народ в чате, нас очень хорошо слышно. А, кстати, да. Может, я не вижу ваших букв. Улица шел. Сейчас поговорим. Улица шла группа детского сада. 25 счастливых детский класс. Однако. Надо что можно это поменять сложность. Тише игру можешь сделать? Тише игру? Окей. Это ты старый стопки не читаешь? Нет. Переписываюсь то, что. Громковато игра. Я голос оставлю на максимуме. Ого. А сейчас хоть что пишет. Я там чуть понизил немного. Вон он. Меня не слышишь, что ли? Нет, не играю. Ой, родственники. Микрофон тише сделать. Я думаю, то, что ты полностью включать, то, что... Ну, разве что. Больше нет. Слушай, я тебе объяснил по этому поводу все. Всем про это уши прожужжал, так что забей. Стрим как стрим. Я, наверное, могу представить, что тебе, в принципе, некомфортно из-за этого. Думаю, комфортно будет. Она не будет всего вызов, да, без разницы.
принципе, да, плюс 140 хп можно набить, а так толку этот нет. Вспоминаться не забывать. Так что будет быстро все делать. Калыч, а ты вот в 17-й, ты там за кого больше понравилось играть? Ну вот я долгое время играл за Фроги. И все еще 9-й уровень? Потом оценил Вольтара. Нет, мне несколько товарищей понравились. Лир. Сейчас еще оценил чувака, я то не помню, как его. Короче, короче он бомбочками стрел. Ну, хилер. Луч. Ну, хилер такой, мозг. Нет, не Вольтар. Кто там еще бомбочка? Это уже после? Обезьян такой. А, обезьяна. Все понятно. Что-то не подумал. Я не за нее еще пока не играл. Все действует. За кого сейчас кужу, за кого понравилось играть? Ну что тут, нычка? Тип секретка. Секретка, ты же кого-то. Я зайду, скажу точно, какой уровень, пока Афини нет. Знаю его, блин. А чё Афини? Пошли катку! А чего? Пошли гонять. А это что, за 18? Да. Он что такой? Это сейчас. А я сейчас-то не буду. Ну, это понятно. Ну вот, Фроги мне не очень. Мне, кстати, он не понравился. За Лон старый неплохо сыграл. Ну, Леон понравился. Ну, Леон, вот за Леона, кстати, Ванек играет. За Леона мне тоже понравилось играть, забавно. И убивает. А. Реально убивает. За Гнава тоже он такой ДДшник жесткий. Ага. Ставишь этих ублюдков, они все там насирают и. На скеп залагал. Коко такая она, скоростная очень красивая. Ты чё? А то с последнего с удовольствием поиграл за Сколдира. Это Юрик как раз собрался поиграть за обезьяну. Восьмой уровень? Ну, цифры там. Там 8,62 уровень такой, да? Ну, я не знаю, у меня левел там что, уровень 18 что ли? Ты где смотришь? В глав меню. Внизу слева. Где надо? А, ну у меня 19. Я там сыграл в практике. А ты урод, а? Нет, я не Ты не прав. Ты будешь со мной спорить? Сейчас в 18 люлей навешаю, будешь знать. Окей, эти в черепах. А приходи, мам, пап, не узнать. Ты что в черепах будешь играть. А ты в 18 играть будешь. Вредина. Байон. Шутка. Так, ё, вышел я. Надо будет за это. Очередная распродажа будет. Это же вариант. Очередная распродажа будет, надо будет немножко этими купить, дополнение там скину. По дешевке. Смотрим, что там прибудет. Эдакого. У меня все персонажи, в общем, открылись. У меня все персонажи сейчас. Кстати, дополнение надо будет взять, да? Ну тут несколько добывают, там 4 персонажа дополнительно. Ну сейчас выломает брать. Как бы этих пока хватает в глаза. Что у меня все тут бить? Не скучно? А вдруг? На бабки попал. Андрю, замедление охватило на них всех. Что ж у тебя написано, что меняется сложность? Слушай, Михалыч, а вы в практике могли бы сбегать?
Чего? Практику. Практику? Я не знаю, я сейчас не хочу. Нет, мне интересно сам в принципе. А не сейчас. Без понятия. Может и можно. Может и нет. Может и да. Не, по идее, там, знаешь, помните, квакер там, типа, кормаешь два слота. Тоже. Остальные для ботинок. Народ, это напишите хоть что-нибудь. Авто. Успешно. Игра проходится на элите. Откинься. На спинку отдохни. Я вас не вижу. Я не вижу ваших рук. Я их не могу увидеть. Опять сохранение. Мне так, в принципе, стоит по-быстрому проходить, чтобы не сдерживаться долго на одном месте. Да ладно, мы не торопимся. Страшно, да? Страшно ты? Давай. Ой, жутко. Опять, не знаю, будешь писать пачка дебилов. Они всегда меня посылают. Вот, я шум. Ты не очень любишь любопытных людей, я смотрю. Чувак просто в окно посмотрел, смотри. Да. Сразу прикладом в лицо. Подкат. Понятно, почему тебя в игре никто не любит. Он идет. Хотел. Знаешь, я думаю, он на тебя обижен, особенно поскольку ты ему пулю в лоб послал. Так, слушай. Пистолет, не мой пистолет. Он, походу, повстречался с Джокером. Он решил ему улыбочку сделать. Слушай, Михалыч, если тебе пулю в лоб послать, ты обидишься? Ну, уже бей, открывайся. Нет, я думаю, я не успею. Да будем быстрее. А давай проверим. Пошли сюда. Тупая дверь открывается, будешь, ну? Наконец, на улице. Проверить, конечно, можно. Но все один раз. Но я даже так предположу, что как-то я не успею. Так и не успею. Не обидчивый ты, Михалыч. Да, все будет интересно. Я никогда с пистолетом не остаюсь. Пистолет это для меня вообще четкая вещь. Я его использую только когда попадаю. Чуть-чуть. Тебе опять гости, целая толпа, встречай. Да ты Ванга. Куда мне еще идти? Я помню, ролик был, даже точнее серия. Феникс. Ну, короче. Про отряд ты. Ну, пародия на Фир, типа, машинина такая. Там они стоят такие, болтают, тут их друг вытаскивают. Его там жрут. Они такие стоят, смотрят. Ничего произошло, бравадин прием. Не, забавно это надо видеть. В переводе, кстати, игромании довольно неплохо. Выступление. Ого, накурил. Всем что ли? Тут вкусненько может стоять, не знаю. Хотя ни разу не поверил. Что это за тупые боты? Группа прикрытия где? Они группа прикрытия. А помнится, писали про охренительно умные АИ в этой игре. О, блин, они нормальные. Так. Ну, насчет этого. То, что они говорят. Ну, знаешь, как бы мы уже сказали по поводу игры. Ладно. А это как раз они писали по поводу хранительного умных картин. Ну, там многие на самом деле писали об этом. Броня. Сколько я играю. Опачки. Работает.
Работает, что мы накормим патрончиков. Так, заспойлерю, что мне это второе дополнение это больше понравилось. Тело, конечно, ничего не помню, прошло. Надо будет в чатку ткнуть, будет ли он со мной спать. Тогда Макей сказал, будет. Где патроны? Еще нормально оружие, да? Опа, рушится. Я не запомнил. Опа. Раз он оружие, подбираем другое оружие. И подбираем свое оружие. Что у нас с головой? Вот что я скинул. Вот. Тут тебя отвлекают таким элементом перестрелки. Что о моей жизни, что ты творишь? Кто-то дышит. Не, наверное. Такая тишина, кто-то дышит такой. Странно. Один упал. Второй упал. В принципе, головой не думаю иногда зажимать со всех сторон. А так. На свет реагирует. Ну, вообще без разницы, надо, что понравилось. Не было всякого. Ну, сейчас они, да, тут опять, опа, один рядом. Все? Нет? Нет, не брать. Что, я полностью не заберу, что ли? О, все, пол патрона. И как не пролезть? Я ведь запустил пройти. Пойдем-ка мы сюда. А. Пошли сюда. Сидя там, где мои. На. Отстрелил. Тушь у меня здесь, а у меня ход сюда. Что кинул там? Куды поползла? Попал. Кто-нибудь слышит меня? Слышу. Это Гоблины. Куда вы все делись? Найди укрытие. Постараюсь добраться к тебе. А? Ты прокатилась с ними? Сохранится. А быстрые вот тут, знаешь, что сохранение и загрузка, они как там заблокированы, их нельзя изменить. Они стоят и понятно. Ну, если ты в меню заходишь, там их нельзя изменить кнопку. А, ну, ты знаешь, это нормально. Да. Так. В старых шутерах так-то. Так точно будет. Ничего с этим не сделать. О, что? Что нормально расположены кнопки. Если захочешь загрузить, тебе это... Вот, сейчас нажму. Вот. Тут это сразу появляется движение. Типа, ты уверен, что хочешь запустить, а не только некоторых. Ну, ты, короче, нажал кнопку, ну, сразу пошел. А ты не хотел нажать кнопку. Обычно бывает, что ты себе сейф запарываешь. Ну да. А тут такого, в принципе, сделать нельзя. В принципе. Но руки можно так закривить, что можно и тут наложить. Идиот. Меня убили. Спину. Я его сохранился.
То, что вы творите, мне же больно. Да. Это что было, Михалыч? Пиво холодное. Кстати, да, есть. Я бы сказал, по своим меркам полный холодильник. Я не хочу. Кто сказал? Я не хочу, я не буду, мне нельзя. Мы с тобой плохо знакомы. Ну, это прошу. Сейчас нормально. На Макс Графе играет. На Макс Графу не играешь. Не, боты тупые совсем. Кент, я спрашиваю, на Макс Графе играешь? Да. А чё нет? В принципе. Все время игра была как раз игрослайвы как раз игроком. Нет, это понятно. Я не знаю, по-моему, на стрим это влияет, меня что-то притормаживает. Честно, у меня тоже, я не могу понять, то ли у меня инет? Нет, мне не кажется, что все инет, оно проседает. Да, проседает, надо такое, нужно бы поменьше битрей сделать. Экспериментировал еще. Да, и, кстати, вот не знаю, насчет суперграфики, по-моему, не так далеко ушло от того же третьего года. Даже по освещению. Честно. Просто, блин, если понизить битрейт, может быть мыло. Я не знаю, что поставить. Дело не в битрейте. А вот что в чем? Вот я битрейт поменял, мне по это. Загрузки процесс. Процессора? Ты о чем? Я в прошлый раз стримил на 2000 битрейте, или да, на 2000, оно было мыло. Трёху поставил, на мая показывал. Нормально. Ну что-то добавить. Я не знаю, я всегда на всякий случай, чтобы и никто не жаловался. Вчера никто не делал. Ну, кроме разве что Сереги, но это в порядке вещей. О, привет, Колян. Бродоктор многоликий. Ой, все, даже город, смотрите. Ничего нового вы там не увидите. Хай мы и найдем пару, которая позволяет это менять без геморроя. Честно, задолбало. Даже бордами возиться. Ну, там... Он бы тут просто точно будет, если он хватит. А вот куракена как меняют. Два канала? Я не знаю. Может, им не впадло этим заниматься. Просто когда... Не знаю, может, конечно, пересмотреть отношения, я подумаю над этим. По-хорошему надо бы. По-хорошему, да, по-плохому. Плохому нет. Да ты меня смотри, все равно даже не предусмотрено, чтобы он отображался. Вот, кстати, да, многих игроков хватает. Кого вообще батл тут вообще не устраивает, а? Да, честно, за него все собираются. Я тебе больше скажу, все жалуются, везде одни Марио да Костлы. А у нас Battletoads. Костлвани и Мегамен. Battletoads где? Вот, пожалуйста, Battletoads. Да. Все нормально. Что? Вот, кстати, Колян, вот по этим вот указанным тобой причинам нам впадло этим заниматься. Что происходит? Либо он меняет не хочет, либо еще чего-то там. Вроде еще остались спецназовцы. Просто... Мы решили собраться. Нет, тоже. Много причин. Много, очень много причин. Нам влом. Нам несколько влом. Ну, влом нам, понимаете? Влом. Ну, еще и вот так вот, знаешь. Потом впадло мне еще. Как-то стримает. Вот. Пофигу. Тоже, кстати, хорошая причина. А, да. На самом деле, вот умеете с роботами валиться. Потому что ракетами точно попадать, наверное. А если да, то надо будет это вообще тяжко. Одна ракета. Обезьяна вообще зло какое-то. Battletoads.
шутер от первого лица. Не, не знаю, вот Battletoads, это вот как черепахи там нужен. Битмап по-любому. Ну иначе не смотрится это как-то. Вообще никак. Если пока кормят птичками, это хорошо, наверное. А потом не будут кормить птичками, это говно. Кормят врагами, но не кормят птичками, черт. Типан. Кроме еще будут гвоздями кормить. Че думал, в сказку попал? Сейчас скажу тебе, хочешь жареных гвоздей пачку. У тебя птичка, блин, полные штаны. Пока да. Я тоже такой думаю, о, сколько много, потом такой, о, сколько же, где же аптечки, а аптечек нет. Все, мне возьмем, она кормит. И все, этих аптечек не бывало, наверное. На тебе крыса. Между прочим, смех смехом, а есть игра, где реально жареные гвозди. Вы ее прекрасно знаете. Нет, два удара я умер. О, большой чувак. У меня пролагало, я не успел увидеть, как тебя накормили. Я так понял, что тебя накормили гвоздями. Да. Что, все? Есть вот... Может, пропилин накормили, откуда ты знаешь. Стен, короче, с жареными гвоздями играю всем известно. Quake. Да, там гвоздями любят кормить. Что? Первый, три, ну, во втором. Первый. В первом есть. Значит, в третьем Team Arena. Мелган. Четвертый. Да, четвертый. Все, теперь я буду вводить. Четвертый, да, да. Только потом. А, да, да. Да, да. 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 Так, окей. Пока что я два раза умер. Это по ней еще начало. Ну, а, блин, нет, так некрасиво звучит. Нет, следующий стрим надо обязательно... Кого? Следующий, не думаю, это самое, что-нибудь старенькое, потому что вот народ уже негодуя. Что же? Ну, я не... В лице стриме. Я на субботнем стриме. Да. Вчера по субботнем стриме. В смысле негодует? Этот... как его? Дэн? Дэн, а чё он вдруг? Где он там? Скоро. Под объявой. Хотя это тоже, в общем-то, в порядке вещей. Но... Пулеметы. Мини-турельки. Господи. Мы это обсуждали уже, конъюнктура. Я стреляю. Сверху. Ну все, посадка проходит все. По-быстрому. Даже стоп-кат не видно, как сообщение. Ну окей, жди. Меня ждут. Что я пошел, ребят. Теперь можешь турельки ставить? Я? Нет. Я походу мины понабрал. Что за гнилые точки? Что за гнилые точки? А, это как раз мины? Да. А, они турелись. Ну, ни разу их не ставят. Ну, сейчас посмотрим. Используем хоть разок за него. Припрыгнуть. Ну, подходим. Кента... Сложная жизненная ситуация, придется потерпеть. Да, что? Эта жизненная ситуация происходит. Они появились, только еще их не ждали. Откуда? Да, сказал. Спасибо. Миша. Ты мне помог. Я не знаю. Ну, знаешь... Когда пишут, что гнилая точка, тут остается только раз догадок. Что я путаю с этими кнопками? Раз дотки. Я пообещал, что дотки не будет. Не, ну что дотки? Из границ. Ну серьезно. Как это получается?
Никто ее не сравнивает. Это максимум. Нет, вопрос именно состоит в том, что какого хрена это делает на канале, посвященном ретро-играм. Вот и все. Забирали уже на 4 ретро-игры, но блин, в конце концов. Нет, никто не спорит, и ретро-игры есть, вот. Стримит ретро-игры. В субботних стримах эфир не увидели бы, на, не знаю. Там много где. Там. Ну блин, ну я Алиску стримил. Опять же. От имени группы такой стрим не объявится. Все нормально. Да. Все. Канал так почти все время. Ну что, блин? Тем более игре уже скоро 10 лет. По крайней мере, если не одно. Он тоже так сказал, игры-то по таким-то меркам все равно они уже старенькие. Ты собираешься? Мы же не стримим там какой-нибудь пустый куст или скрыли. Это бессмысленно стримить само по себе. О, еще. Ну, понимаешь, что. Нет, эти Forever — это устоявшийся бренд 2007 года. Ну, в конце концов, уже сколько прошло, считай, 2007. 7 лет. Тогда это была группа именно посвященная Дэнди. И тогда вообще о стримах никто ничего никого не... Там не год, там не год, там именно... Блин, как его... Это нормально, спасибо вам, это не... Что-то время. Ничего. Стих, не помню, были ли они просто в первой части, не помню. В всяком случае, я ими не пользовался точно. Я тоже не пользовался. И тут... Подлечка. Ты что такое? Они походу хиленькие. Меня вообще уговаривают стримить этот ответ. Алиса Мадна сориентируется, что мне делать? Что за чушь? А ты сильно не хочешь ее? Да я хочу ее стримить, но блин, игрушка-то, извините меня. Извиню. Извините. Excuse me, princess. Mm-hmm. Если в клубе помнишь, да? Или не смотрел это? Извините. Нет, это же. Шампа пошел. Да, ё-моё, ещё умер. Пятый. Опять что-то смерть. Фир. Фир, ну... Ну, а Far Cry 4. Что разница? Но у нас раньше было это правило, что стримить игры... Раньше, да, было. 2000 года. Раньше было правило, сейчас что делать? Идите потом. И потом, если уж очень хочется, идите на Эль. Ну. А сейчас недавно решили, что нафига нас просто так. Просто объявляешь своего имени, вот и все. Просто дело в том, что, опять же, объясни это все по 10-й раз. Стримы приложения к группе. Но несмотря на то, что приложение, это как бы надо соответствовать. Как бы и все. Ну это все опять же условно. Стрим. На самом деле. Мы так стараемся держаться в рамках, то есть это не стримы, это современные игры. Там. И так индюшки стримим постоянно, еще что-нибудь. Ну блин. В конце концов, чтобы стримить, во-первых, опять же, той же Дэнди серии, несмотря на то, что игр там много, они конечны. По большей части учить. Да, и. Да блин, вот, даже игрушка, которая. Этот как она называется? Пираты Карибского. Пираты Карибского. Пираты Черного Дески. Несложная игра там, в общем. Но я ее тренил порядка недели там с переменным успехом. А это вообще-то многовато. Что он там сидит? Сидит, отдыхает. Расслабляется, можно сказать. Да, птички просто улетают. Где-то там застрял. А, что ты все еще жив?
дизайнер арт, то, что надо. В общем так, сначала мы ищем лизу, а потом идем к нам Ванёк, например, добавится. А он тут? Не дойдет. А он хочет? Она, конечно, привыкла работать со всякой мистической. Ты ведь хотел его убить. Я так понимаю, что... Какой след, тут негр тупой. Негрила. Помню, Ваня, тут вообще жесть. Нижнего тут негрила. Вы чё, одни нигеры? Черное братство, но вечно. Вардоктор, не в тебе дело. Так, короче, я Ванька добавляю. Окей, он что-нибудь. Что-нибудь. Ты их тоже видишь, да? О, телефончик. Какая чудовина. Какая страшная шутка. А тут не бегать нельзя. Да, не разница. Дропнем там группу. Я, в принципе, сохраняюсь. Ванёк. Алло. Алло. Сколько уже время хотя бы? 70. Нормально. В принципе, быстро похоже. Какими судьбами в нашей скромной обители? Ну, Кент меня просил перед тем, как ушел. Mm-hmm. Типа, чего присоединишься? Нет, ну я пришел обратно. Если надо, могу уйти, я не знаю. Нет, ну против. Мы счастливы. Что-то тут не то. Серьезно. Ну, а в трон дополнение, там черный экран, когда контрольная точка. Это бесит. Могут быть снайперы. Снайперы. Подростки, может. Ну да. А нет, просто черный экран, и просто мышка появляется. Ну, короче, косяк, походу, это. Самой. Косяк это клево. Сзади еще группа. Идет на склад. Да. Пачка дураков. Да не, мы не такие. Кинг что там один или уговорил на кооп? Я тоже крут, ага. Чего? Да нет. Ты там один или уговорил на кооп? А на кооп уж нет. А. Да не та версия. С коопом это надо с кем-то договариваться. А так как все, ну, я подумаю, и на 5 лет. Ну да. Что, пока может что-нибудь найду? О, ты чё, куда я к бочкам подошёл? Ещё жахнуть? Чё с ним? Кто вообще? А, ты так свой дурак, я думаю, что за дверь. Ты Ванёк, глянь, у тебя стрим нормально идёт? Yeah. Просто у меня вот терзает внутри сомнений. Ё-моё. Чё за куча? Чё за оружие? Какое? Да я про... Ну, что-то лагает на меня. Это все пугает. Ну вот, походу, да. Предположения подтвердились. Ты сомневался? 3000 ставить не вариант. Да ну! Да ну да. Не может быть. Осторожно, сзади еще группа. Идет от склада. Чуть-чёрт, негр, ты будешь на ней. О, вот. Да вы политкорректно, сударь. Чё мне делать, я сейчас просто сдохну. Вот самый убивает. Что мне спрятаться? Я спрятался уже. Игин, да, Михалыч? Чё? Ты всеми персами играл? Нет. В общем, перс, который стреляет дохлыми кошками. Я вам поверю. Да, здесь тоже надо. Я так вот, я там, 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 я там,
Какой вальс он исполнил. Так, мы еще будем собирать на оружие новое. Прикольные штучки в область сложнее, не собрать патроны. Там что, что у Никитоса рекламируют? Чего рекламируют? Он и так уже разрекламирован дальше не. Заходить на мочарку. А, ну вроде, да, это аргумент. Билборды. Май. Ютуб. Кикстартер, давайте на кикстарт выйдем. После картофельного салата я ничего не люблю. Ну да. Правда, не кошка, да, наверное, что? О, кошку дали. Ладно, мне по-моему оружие есть. Там же два нормальных оружия. И вполне поедет патроны, думаю. Что такой дикий спрес на бенге? С тобой как и спойлер? Да, видение. Он нарушает тебя. Он нарушает просто понятно, скорее... что с ним будет. Нет, это скорее для аэродинамики. Ручной негр. Нормально. Видишь, как по плану до него идет? Вот. Да. Какой там был? А, вот это черт. Что ты хочешь? Все, ну, да. Боже, мне больше не нужно. Да. Таблетка есть, или курочка. Ага. Ну, сделай. Что было? Таблетка и курочка. Вводит мне глазами. Ладно, как же. Что, все будет страшно, да? А, я реально стрелял, что-то. Что мне с ним делать? Куда стрелять, не пойми куда. А с другой стороны. Вы тут человеку толщины, а? Всю жизнь. Анта, бака! Это я так разговор поддержать. Ну что ты? Мне наверное что-то плохо. Я удивился. Подождем. Твою маму. Шутки про маму были вчера. Решаемость полина, да? Хорошо, твою папу. Ууу, типам полетел. Ну что он стоит? Рыдольчик. Михалыч, будем политкорректно. Подождем твою родителей. А конец они вы не высунулись. О, гранат. Ну ты понял. Обычная жука. А то шутил. Никто не шутил. Все серьезно. Блин.
этот прикол Никитоса, он вечен. Ну это да. С этим сложно спорить. Да что он такой потерялся? Никитос жил, жив и будет жить. Это что такое? Что долго? Где? Дымовая шашка или дымовая как ее? Не подходи к забору. Сигнальный три? Да. А у нас неплохо получается, а? Да, можно зайти? Чтобы могло такая. Нельзя. Замышлят, это тупая пыль. Опа, у них оружие такое есть. Что я делаю? Я что, не заметил сразу. В принципе, почти фул запас. Катушка не нужна пока что. Что стоять? Разворовался. А. Так, негр идет впереди. Осторожно. Что-то тут не то. Давай быстрее иди, я чуть встал. Что с ним случилось? Он будет крутиться. А, все, я перетону. А мне теперь негр вперед идет. Он сделал это сам. Я понял, что он сделал это сам. Давай вот давай дверь. Если честно, я не очень хочу знать, что там. А ты? Негр идет вперед. Что это может значить, а? Вы не сможете. Это означает, что он в куру умрет? Да. Не нравится мне это. Это же очевидно. Надо брать пистолет. Ну, это очевидно, брат. Все, смотрим кинцо. Плохо. Сохраниться надо. Все, за негром выехали. Да-да. Какая еще жизнь. Так, паузи, паузи. Оп-оп-оп. Пошел сюда. Я и две. Все закрыто. Куда мне идти? Куда мне урезать будет? Да, кто-то не умеет пользоваться прокладками. Ты о чем? Ты вообще чему? Чё, чё, не чё комната вся в крови, блин? Да, это проблема. А, как он лежит? Он тоже не идти. Сейчас посмотрим. Вижу, нельзя бегать. Гектор, куда человеку идти, решать на тебе. Да. Я быстрее умираю. О, все, наконец-то. Я вообще пришел. Некуда. Так. Не понял, а ты че тут такое? Где сюда? А, да. Вон куда. Точно. Спасибо, Кэм. Мой путеводитель сказал, куда мне идти. Все, теперь я один. Я потерял своего спутника. Что-то разогнался, походу. В принципе, будет опять пострелял. А, ну да, в запасе. Да.
Че здорово. Боярин. Я так разбился. Ну не бабахнут так, да вы что издеваетесь? Опа, опа, мое любимое оружие. Сюда его дал. Собственно, надо включиться. Опа. А, да, это классика по поводу. Нажми любую клавишу, жму ту, которую на системном блоке. Что делаю? Жми на кнопку, получишь результат. Я в упор вышел. В шутерах вот вещь, которая... Михалыч, у тебя когда в шутерах больше всего вещь раздражает? Блин, потом... Замедление? Ой, я умер. Я не то сделал. Какая тупость, извините. Блин, ну это подумать надо. Слушай, не знаю даже. Нет, ну не раздражает. Шутер, конкретно, то есть в шутерах, что... Которого может быть во всех шутерах. Для примера сейчас просто скажу. Меня вот, я вот сейчас поразмыслил, понимаю, что меня больше раздражает, когда ты носишь с собой оружие, у которого маленький боезапас. То есть ты какое-то оружие даже, предположим, тебе понравилось, и ты понимаешь, что тебе постоянно не хватает патронов. То ли у тебя наличия мало. Ну, это, пожалуй, да, есть такое. То есть, дюк, почему вот мне очень не понравился этот человек? Всего два оружия, блин, и мизерный боезапас ко всему. Я вот помню, допустим, очень любил в Дюке 3D том же, любил чит брать восьмерку у Девастатора, там самая убийственная пушка, но просто здесь замечательно все валятся, но вот в обычной игре ты с ней особо не побегаешь, не разгуляешься. А всякую 99 патронов они быстро получаются. Вот, так что, в принципе, да, согласен. Я еще могу сказать, что я не играю, допустим, в тот же Doom на Nightmare, потому что там респаун вонючий, и ты нормально там не побегаешь. Там надо все это быстро делать. Вот о чем мы говорить. Так, ну вот, не знаю, есть еще моменты, допустим, вот, чем Quake 2, например, проигрывали третьему в соревновательном плане. Убогая единичка. Его надо менять в обязательном порядке, либо ставить вот он стоит, потому что ты никого не завалить не сможешь. Ну, вообще очень редко, когда оружие... В третьем баланс чуть подпилили, и там у тебя есть на руках... И ДП, ты единичку пейнкиллера вспомнишь. Как надо взять? Пейнкиллер. Пейнкиллер то да. Песня, а не единичка. Текстуры не распадаются. Короче, баланс. Баланс оружия. Везде темно. Помогите, мне страшно. Что? Там, не знаю, бывает иногда, что там монстр появляется сразу спиной, когда ты кнопку жмешь, но это... Нет, это скорее не раздражает, это скорее фишка. Чем какая-то против. А, горячо, тихо. Что за огонь? Что, подостоять? Не то, не то. Вот он летит один. Ключ. Кого-то подгорает. Кого? Не знаю. Теперь есть Кент. Только тот, кто там, я не помню, здесь. Михалыч, темпо. Только тот, кто сможет поднять щит, сможет пройти. Вот-вот, да. Прописные? Пройди. Ух, я успел. А нет, здесь уже на косами, походу. И чувствуешь, какая это мощь? Это тебе не КС 1.6. Чувствуешь, какая мощь в этих словах? Какой смысл? Мудрость практически вселенной, я бы сказал. Я вскоре, понимаешь, я понимаю, как сказал тогда Буши, вот это что за бог такой сказал? Что-то в этом есть. Uh-huh. И как, я, ну, вот это... В CS 1.6 на самом деле эта штука работает. CS это... для меня все-таки бета, несбалансированная бета была потрясающая. Из-за этого отсутствия баланса такой фан был. Мне кажется, очень часто люди пытаясь балансировать, мудрят слишком сильно. Ооо, да. А баланс вообще забыл. Вот, к примеру, очень яркий пример по поводу баланса, попытки сделать игровую дисциплину и прочее. Это World of Tanks.
Да. Танков. Серьезно, они попытались сделать баланс, и по-своему они его сделали. То есть танки стали действительно сбалансированы, и все. Беда в том, что танки перестали отличаться. То есть, ну, как-то между ними разницы практически не стало. Это уже бред. Так. Это не бред. Вот он. Сам пока нельзя. Я, пожалуй, могу вот назвать, пожалуй, заметную проблему в этой игре. Относительно, конечно. Коридорность, блин. Вот что первая часть, что здесь я вижу одинаковые коридоры. Ну, ты знаешь, это вспоминается Doom, который вроде тоже же коридорный. Но там, опять же, баланс между коридорностью и открытым пространством. Понимаешь, там когда как, когда где, вот, скажем, допустим, в первой части там все-таки есть запоминающиеся локации и, опять же, коридоры как недавно сменяются открытыми пространствами и... Что самый лучший Doom на SNES? Кто сказал? Да недавно, помнишь же, перед... Кого забанил, да? Кто пизданул такую хуйню? Кто тут у нас? О, щит! Клоун! Хотя бы процитировать. Подожди, я скорее вспоминаю фразу Аками, то, что старый шутер был говно по сравнению с тем, что, допустим, Гэнг выше. Опять желтый. Нет, один раз, я не так давно было, и ты ж, мы еще тогда высадились, когда чувак написал, это было то ли на Киномании, то ли на Дэйвке, написал, что типа, вот самый лучший Doom, типа, он самый лучший там на плойке или там на SNES. А, это, да, это было. Все, вспомнил, ну. Это когда, по-моему... И там уровни классно сделаны, все, то есть... Пока что он так, фигня, он ничего особенного. По-моему, это было в комментариях под Zero Tolerance. Ага, да-да-да, под Zero Tolerance. А, то, что типа самый лучший Zero Tolerance потрясающий, с очень интересными уровнями. Михалыч, их нельзя сравнивать, потому что это скорее какой-нибудь Эйнштейн портал. Я сужу на то пошло. Zero Tolerance вообще, насколько я помню, это бета. Она же так и не допилена была. Нет, надо пиленные. Вот Beyond Tolerance или как там? Там это не допилены. Слушайте, да. Сейчас просто. Я вот, конечно, нашел и вспомнил этого Джекера. По-моему, реакция Михалыча должна быть просто была примерно такая же просто. Сейчас, наверное, послушать через микрофон. А, это. А! Ну да. Да. Ну а чё, классный фильм, да? Да-да-да. Ты, это просто реакция Михалыча, просто я... Как админа! Это, знаешь, вообще надо было, вот когда там срач ещё был с этим товарищем, надо было скинуть там, ну там в английском варианте, ну или вырезать. Слушай, ну, такие заявления, вот как по поводу того, что лучше. Ну, обращать на них внимание, это то же самое, что обращать внимание, что маленький ребенок подойдет и скажет, что мой папа круче Рэмбо. Ты знаешь, в конце концов забанили, может, и на сутки, но хоть, по крайней мере, какое-то движение в эту сторону. И чё? Амко очень обрадовался. Учитывая, что их вообще до этого забанить нормально не могли, хотя бы на сутки. Понимаешь, в том-то и прав, в том-то и дело. Какой-то... Куда-то в сторону прогресса хотя бы. Ты беспредел. Ну, действительно, очень тоскливо становится, потому что, ну, чувствуется, что они уже всякие... Они поняли, что безнаказанно. Всякий стыд потеряли. Они же реально очень жестким троллингом занимаются. Постоянно достают, постоянно издеваются, то есть там. Этот не так написал, этот не то, эту херню. А тут кто? Это там три троица. Аками. Новое трио. Да, новое трио на киномании. Троллинг. Там срач стоял, там Амко материться начал. Вот это жестко. Да, там чего там достали-то вообще когда. Ну, когда людям реально. Когда людям просто говоришь аргументы, они говорят, да нет, это все чушь. Почему? А мы сказали. Все, фиг
есть аргумент? Настолько убогая позиция, что, блин. Начинается уже потихоньку опасный момент. Я-то скорее, я с юмором все это воспринимал, было забавно скорее. Ну, идиотизм людей, то есть, это, ну, дети. Ничего. Детский сад. Мерится тем, что, ой, а у нас два телевизора, а у нас там видео-видео, представляете, там, как где-нибудь в 91-92 году. Это примерно то же самое. Рассыпался. А проблема именно без знакомых. У нас да. Я все привожу пример нашу группу, потому что у нас такого быть не мог. У нас бы, товарищи, давно полетели бы в баню и все. И до свидания. Не смотря ни на какие дискуссии вообще. Да. Причем, по-моему, прецеденты даже были. Не, ну вот это. Ой, урок. Я так убежденно сказал, вот тут я не в курсе. Ну, по-моему, были то, что вот всякие там. Нельзя настолько же, настолько. Они постоянно тебя мнят, то, что мы там интеллигенты, то есть это все. Постоянно там ору, там обзываются школотой всякие картинки. Притом иногда аргументы такие, что. В школе, я думаю, в школе уже перестали такие аргументы заявлять. СНЕСовские тормозивные эмуляторы. Вот посмотрел бы на железе. Дума для ПК. Кармак он для ПК все. Блин, 16-битка. 16-битка, ну, посмотрите, там графика хуже, чем Low Level. И, да, и чтобы это дело подтянуть, разрабы туда втыкали SuperFX чип. То есть дополнительный ускоритель, чтобы это вообще тянуло. Кто тянется на театр? Что, блин? Опять же, даже если взять плойку, понятно, что можно подстроиться, но взять, например, среднестатистического человека и посадить его за клавиатуру и мышку, посадить за геймпад. И пару вхождения, то есть шутеры, где будет быстрее. Но все-таки я считаю, что за клавиатуру и мышку гораздо легче человек адаптировать, чем за геймпадом. Давай, вот хочется вызвать. Давай, короче, Quake Life. Я за клавой с мышью. Ты за геймпадом, Ну и... Чё будет? Сможешь ли ты сделать хоть фраг? Один может сделать. Нет, теоретически он там что-то может попытаться сделать. Но если у человека действительно уровень в разы выше, он может что-то действительно может сделать. Но только вот при равных условиях клавиатура мышцы все-таки она пёс. Там начал заявлять, что типа, ой, там на компьюне то хало, там других так далее. На компе десятки, тысячи шутеров. Окей, хало и киллзон. Ну, чем они так прям выделяются по сравнению с парнями? С сталкером. Да ничего лучше. Ну, помню, на первом хало. Ну, это я еще говорю, то, что резистанс более-менее интересная была. Но игры так хватает, игр просто десятки. Честно, я видел у друга на плейке резистанс, что он... То же самое. Там забавно, разве что идея ретро-фантастики. Может быть, на ПК мы не найдем шутеров поиграть? Что? Там же эксклюзивы, это все. Мне жаль, что на ПК мало. Знаешь, ты назовешь какую-нибудь игру, а она и на консолях есть. Вот, а это же не было, Михалыч, ты не читал. Да, я читал. Он же мне об этом начал говорить, вот там это, пятое, десятое, я все это прошел. О, господи, какой тип. Так, надо кого разносить. Ого! Сейчас я тут разносу. Хлам. Ах, она здесь сделалась. Дело опасно. Меня чуть. Да, War Doctor, то есть ПК это платформа для стратегии и шутеров, я все-таки считаю. Точно так же, как
Слэшеры — это платформа консоли. Слэшеры? Они есть на ПК. И есть нормально адаптированное управление и так далее. Но на консоли их гораздо больше. И они очень многие интереснее, и там эксклюзивы. Платформеры, опять же, те же самые. Просто в данной ситуации что-то доказывать, рассказывать бесполезно. Угу. Хочешь играть? Да на здоровье играй. Если купил, то все. Там спорить не смысла. Я же буду, правда, все покупать. Все, они, по-моему, закончились. Мне не хочется покупать консоли. И это пыльно, это хлам. Опять же, возиться вот это вот все. Ну, какого желания? Вот мне тоже, мне просто ставить некуда. Опять же, игры, есть действительно эксклюзивные игры на консолях, много. Но у меня нет времени для того, чтобы в них играть. А мне это уже. У меня вот это, на ПК-то не хватает времени. И времени, и сила, еще и консоли. Вон, плойка под столом лежит вторая. Порядка 30 или 40 дисков, которые действительно я хотел в свое время пройти. Я прошел, четко скажу. Бывает. Soul Calibur 2. Герой этот, ну, ремейк King's Bounty. На плойке второй был, я его прошел. И God of War. Три игры. И в итоге я все это буду лучше забросить. Зачитерено. Пугайте меня. Я такие общие назвал. Например, квесты можно и на консолях поиграть. Как бы там нету никакой необходимости быстро все это делать. Квесты уже на портфеле играть, либо на андроиде. Да, не сказал, да, знаешь, может быть и неудобно. Full Throttle, например, там когда момент из драки, ну, какие у меня мыши. Да, но... Какие специфичные вещи, это даже не классно. Хотя, в принципе, это удобно. Не знаешь Full Throttle? Нет, конечно. Черт, я знаю, что такое Гранда под ногой. Я в первую очередь говорю, что да, это мы взглядом, моя точка зрения, которая не обязательно, что будет правильно. Где улыбается, что смотрите? Где улыбается? Опять же, Димаш. Чего? Никаких дот, я такой, никаких дотов будет. Суровый Михалыч. Суровый российский Михалыч. Суровый. Так, вот это 4 хп, кто-то умер. А ты там любишь говорить, Михалыч? Сказал бы по яйцам. Чё? Что? А? Да, сказал, как по яйцам врезал. Может, выходите по одному, во. Сейчас объява будет завалена хренью. Хренью. Какая объява? Твоим стрим. Тихо-тихо. Да. Как так? Просто чувак мимо пробегал. Ага, мимо крокодил. Да. Может, демон. Я что-то вспомнил прикол про Чебурашку и демона. Там парень. Чебурашку только сейчас, знаешь, вряд ли? Напомню, не факт. Типа, Гену с Чебурашкой купили косячок. Пришли такие, нет. Пришли такие домой, такие собрались, такой, пыхнуть уже. Гена такой, ой, короче, что-то жарко. Пойду сейчас. Слушай, сходу сейчас, ладно, остусь. Только ты, падла, смотри, не кури мне. Не кури, все, а то я тебя знаю. Короче, ну, уходит. Чебурашка такой сидит, сидит. Что делать, что делать? Телевизор. Телевизор включает. Там ничего нет, ничего нет. Пора вспыхнул. Давай, давай. Встает такой. Ой, Кен, рука. Ну ладно, все, пару раз.
как и все скурил. Ой, блин, что ж я наделал? Что ж я наделал? Так, сейчас же Гена придет и мне вломит. Надо какую-то херню достать, чтобы... Смотрит, нигде ничего нет, такой, ладно. Ай, блин, что делать? Тут, и тут голос из ванной. Чебурашка, принеси полотенце. Ай, полотенце, что делать? Ладно, подойди, надо что-нибудь сказать. Гена, помнишь ли ты... Нет, это слишком долго, надо как-то сказать, чтобы, блин... Где полотенце? А, ладно. Вперед достаю полотенце. Гена, на. Гена, на. Открываешь, открывай дверь. А, крокодил в ванной! Надо смотреть надо, так не смешно. Да почему? Это расстояние. Да, по-моему, это... Есть еще один анекдот. Это иллюстрация известного анекдота. Гена и Косяк. Было еще анекдот, но... Опять же, он смешно. Я знаю, что много есть смешных анекдотов рассказывал, но реально не смешно. Это что было? Как-то потише стал. Слабовато, если честно. Я протел. Микрофон просто стоит. Так, я отхожу. А показалось, что ты что-то грохнул. Да. Что стукнул тебя там? Да, нормально, все нормально, просто надо куда-то тут припрятать. Да. Да не вовремя беспокоит. Где раздражить? Взял бутылку, запустил. Ну, куда? И пода. Что тут забыли? Вопрос. Не, знаешь, как бывает, сидишь, потом. Так, извините. Ну да, и у этого был реально повод. Вот так. Куда мне идти? Опять я потерял. Вы меня? Не жу, теряться выше хотя. В гармоне на хим теряться, это вообще жизнь. Интересно, у меня завтра появится работа. Какой хороший вопрос. Философский вопрос такой или безысходный, прям как сегодня был на ДФ пост Дэна. Типа Соник, я никогда не вернусь назад или типа того. Я бегу от своего прошлого. Серия картинок. Да, я бегу от своего прошлого. А, этот-то, да. Такие грустные все. Я не мог не вспомнить картинку про... Картинку безмятежности постоянно путаюсь с безысходностью за фотожаби. В принципе, как-то и не проходить. Прошу хотя бы сделать, что на лите не читает, а лучше представиться. Да, у меня же почта пришла. Так-с, опять птичек с головой. За стены руками не трогайся. В конце концов, чё смотреть очередной раз прохождение Battle Toads? Мы не видели Battletoads так давно, нам надо еще раз пройти Battletoads. Она же такая многогранная игра, ее же так редко проходят. Это же шедевр, надо пройти еще раз. Это же в топе игромании даже было. Да, игромания, все, ваша. Я всю жизнь на таких топах не угорал, потому что меня создает впечатление, что они левой ногой пишут эти топы. Да? Почти, вот... Очень редко могу. Могу еще там радоваться, что эти игры попали в топ, Макс. Но то, как они располагались, я никогда не буду согласен. Так, смотри. Чем теперь на Battle Toads похож? А в чё, не похож, что ли? Смотри, сколько жаб. Ну, во-первых, да. Там Черная королева в финале. Да. А, ну да, что-то есть. Можно ногами бить, руками. Точно, сейчас мы покажем. Только надо сначала одного дебила убить. Он меня пугает. Что, у меня хо-хо? Подарок. Я Крайзис, между прочим, второй проходил.
Ничего интересно? Да так, спокойно абсолютно. Ну прошел его. Неожиданные повороты, вообще никаких нет. Они слишком ожиданные. В какой-то мере, да, то есть какой-то революционной графики тоже нет. Какого-то безбашенного геймплея тоже не могу назвать. Революционная графика считается обычно в первом, в третьем. То, что я могу порекомендовать из современных, пожалуй, это только этот новый мировой порядок. Вольфенштейн. Он, ну блин, действительно реально классный ремейк состряпал. Молодцы. Ремейк чего им? Ремейк какого имени? Ну не ремейк, а они как вернули на рельсы Вольфенштейн. Потому что 2001 год была последняя нормальная, потом серия непонятно что, потом 2009 невнятная абсолютно игра вышла. Вот, и в принципе уже думали, что серия как бы тоже уже никакая. И сделали действительно классную игру, динамичную, даже сюжет прикрутили неплохой. Клишированный, банальный, но для Вульфа вполне себе неплохой. Море экшена, хпшечки, броня, стрельба с двух рук, абсолютно безумный, абсолютно этот, как она называется. Не видно, заиграешь за супергероя очередного. Так, я опять потерялся. А за что ты его, War Doctor? Хорошо. Мне интересно. Мне понравилось на самом деле. Это классический шутан. И сейчас Doom таким делают. Но Rise of the Trade так и не поиграл, так что это сначала чувак просто. Я то поиграл, но что-то забил на него малость. Может, попробуй, мне стриме интересно. Может, на стриме заберусь. Да что такое, блин. А, мне ж лень во все играть. Отдельно. Странно, что горшок для меня это не аргумент. Это горшок. Мне горшок. Мне в горшоке понравилась только атмосфера. Больше ничего. Атмосфера сделана хорошо, да, согласен. В остальном она не оправдывает своих ожиданий. Куда ты меня завлекаешь? Мои пистолеты. На мой взгляд, опять же. Из таких современных шутунов я мало действительно могу. Ну, вот хочу еще поиграть разве что в Metro Last Light, очень много хвалили. А я еще так до конца не прошел. Что? Еще? Кого? Призет. Кстати, Жанры. Я что ли прошел? Кстати, вот про Hard Reset как раз тоже с этими маками, это из первых наездов. Hard Reset говно по сравнению с тем же Vanquish'ом. Hard Reset очень многие хаяли, но я считаю, не заслуженно. Она вообще наполовину инди, как ни странно это звучит. Он еще обосрался на том моменте, что... Значит, Vanquish ты не проходил, ха-ха. И чё? Проходил. Проходил? Ты проблем, что я его проходил. Потом что еще? Bulletstorm, который не заслужил. Мне есть чем сравнивать. А, очень понравился Bulletstorm. Вот, пожалуй, единственная игрушка, где меня не доставало это. Авториген. Авториген. War Doctor, по большей части то, что ты говоришь, это сюжет. Я не спорю с этим, он банален, он примитивен, но, в общем-то, так и говорилось. В боевиках так часто все логично и... довольно редко. Особенно учитывая высказывания Кармака на эту тему. По поводу необходимости сюжета шутеров. Rage вот проходил абсолютно. Вот насколько мне понравилась первая половина, настолько мне не понравилась вторая.
Вольфенштейн я сюжет в расчет не беру, потому что Вольфенштейн даже 2001 года Return to Castle, который мне очень нравился. Там стрим-то идет? Да идет. Ну что-то темный экран. Нет? Идет. Который мне очень нравится, я понимаю, что там, там нету сюжета. Блин, там такие рельсы. Они примитивнейшие. Даже несмотря на интересные миссии, достаточно. Он абсолютно рельсовый. И, в принципе, Return to Castle, Михалыч, согласись, что это не мешает быть замечательной игрой. Да нет, не мешает. Динамика в норме, персонажи тоже. То Я тоже тебе нравится, пока свое мнение. Это те же слова, все. Бардок, я сейчас говорю по поводу сюжета, да, то есть мне тоже интересен сюжет. Но оправданность его должна быть. Они очень много, очень редко, когда, особенно в шутерах, когда можно прилепить действительно качественный сюжет. Это мало таких игр, их реально по пальцам пересчитать. Бывает, что их... Бывает не обязательно, бывает так, что он классный, но нет, бывает, что он банальный, но подается хорошо. И... Ну, подача, да, там интересный... Пример Макс Пейн. Интересный персонаж, человечный. Первый. Михалыч, я кроме первого не признаю Макс Пейна. Я второго воспринимаю, не так его воспринимаю. Я его не понимаю. War Doctor, опять же, это не оправдывает, но я считаю, что единственная вещь, где сюжет играет ключевую роль, это РПГ. Сюжет, вот он, вообще это же все построено на сюжете. Да. И хоть какой-то там... геймплей, не какой-то личный фарм. Вот, там не оправдывает, там ничего не оправдает, то есть РПГ должна быть сюжетом, там должен быть действительно хороший скрытый сюжет. Стратегия, сюжет. Не только. Там еще мир надо проработать, иначе ну, Гавиплей хоть какой-то завести. По поводу сюжета, вот, например, опять же вернусь. Bulletstorm. 3/4 классного сюжета. Если вырезать финал, потрясающий сюжет. Великолепно. Я забыл, надо просто бежать. Это что делаешь? Михалыч, ты же не играл, да? Убивай, нет. Быстрее. Давай, натащи. Спасибо. Квест, да, правильно. Там тоже главное работать. Сюжет, диалоги, вообще, чем славится Monkey Island, Керанди... Квесты я все-таки больше считаю даже не столько сюжет, сколько атмосфера всего происходящего. Может быть абсолютно тупейший сюжет, между прочим, Monkey Island тоже довольно дебильнейший сюжет. Но он настолько атмосферный. Это Степ, да. Ну, там сложно назвать сюжетом. Ну, согласен, да, сюжет, опять же, Грим Фанданго, если уж на то пошло. Но в шутерах... Керанди, пардон, Керанди то же самое. Да, ну, согласен. Там да. Именно вопрос в подаче и в таком юморе, не знаю. Неправ, все, что неправ, да, в квестах сюжет очень важен, согласен. Там тоже, в принципе, все состоит из сюжета. Это же квест. Квест РПГ. Там. В шутерах по пальцам можно пересчитать действительно интересный сюжет. Где прописаны сюжеты, персонажи. По пальцам. Они тоже как в Фире. Фире не прописали. Негры даже не прописали. А там никого не прописали. Просто умерли. Ну вроде как наметки есть, но не более. Биошок, я опять же, я не признаю это нормально. Это, он нафиг клишированный, он с единственным сюжетным поворотом достаточно интересный. В остальном он банален и примитивен. BioShock Infinity сделали интересных персонажей, но это основная вещь, за которую все выделяется. Опять же, сюжет банальнейший. Михалыч, слушай. Чё? Как прервать работу FFmpeg?
Ну, например, закрыть командную строку. Бля, можете заново набирать это говно? Здравствуйте. Можешь попробовать нажать Ctrl-C? Ну что вы делаете? Работай. Помогло, нет? Да, 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 спасибо, помогло. А. Так, а как ты просто... Это... Вверх стрелку нажми. War Doctor тоже вот по поводу сюжета. Игра, которая расхвалена, обласкана всеми, которые за сюжет я ненавижу. Особенно, кстати, игромании обласкана. А никто не играл Sea Ops? Sea Ops? Я играл, но... Слышал, но не играл. Я просто думал постримить, на самом деле. Это клёвый шутанчик. Там клёво, всякая манипуляция, и, ну, и сюжет. Ну, такой вроде играешь, такой, ну, о, как там, в принципе, понимаешь, там, заебок даже. Хотя там персонажи, конечно, не прописаны, но есть повороты такие. Игру в жанре перекатывайся, прорывайся до того, как это было мейнстримом. Консольный шутер, шутанчик под названием Kill Switch. Не знаю такое. Нет, уже не знаю. War Doctor — игра, за которую я ненавижу именно за сюжет, потому что вот он не просто клиширован, он дебильный. Это Far Cry 3. Узнаешь такое безумие, да? С другой стороны, знаешь, если бы совсем было все плохо, не было вот этой цитаты, допустим, и персонаж говорит. В этом есть. Там, пожалуй, главный, один из злодеев выделяется, вот этот придурок. И все. Ненавижу главного героя. И неприятно, что я за него играл. Что там фишка? Ну, можем. Но, абсолютно. Даже Fear, Василий, это Fear Extraction Point. Давай ему сделать, и она будет. Поэтому действительно значимых примеров в шутанах очень мало можно найти. И действительно такой сбитый, неплохой. Некровижн, кстати, неплохой сюжет. Хотя, опять же, достаточно банально. А мы ждем почти на последний капли. О, радио «Воры убивающие» обсуждает музыку в рок-н-ролл рейсе. Забавно. Передача. А вчера прошли, нет? Не знаю. Не дожил. А вред ты был, нет? О, чё? На стриме. А был я до... Вчера, что ли? Да. Был я даже стримил. Ты досидел? Я там не досидел, что-то минут 15 или 20. Так, ну не такая это. Я, по-моему, больше. Ну, не намного, там он довольно быстро закончил свой. Хотя, может быть. Я смутно помню. Ой. Тоже говорят, все шумов послушают. Ну вот ничего не поделаешь. Что поделаешь? Что плохо слышно? За левых шумов на стриме хорошо слышно. Тут уж так получилось. Не слышно вас и не слышно голоса с игры. Три голоса из игры. Ну, он пишет, что вас. Ну, и остальное ты слышно. Ну да. Блин. Детвора. Вот с детворой ничего не поделаешь. Да. Не, ну, знаешь, конечно, есть такой вариант. Не, ну есть один вариант, но... Там да, любимый крыловский вариант. Да, пример. Там закончилось. Потом патроны. Похилься, блин, возьми птичку. Кен, ты в ОБС стримишь или в эксплите? В ОБС, конечно, в ОБС. Ну, в ОБС, понизь собственный микрофон. Чтоб меня вообще не было слышно, а? Нет, блин, ну я не знаю, слушай, ну, чувствительность попробую понять. С этим вообще ничего не сделаешь. Ну ладно, хорошо. Ты не сделаешь, не сделаешь. Все.
Вот. Серега в своем репертуаре, блин. ОБС такое дерьмо. Чем он может? ОБС для одноедки, да? По поводу проблемы в цисте, это надо реально вот здесь разобрать. И разбираться в настройках, потому что это. Серьезно, это бред. Я эксплитом не сделал ни единого стрима. До сих пор в этом нет необходимости. Только она так, но вся. Михалыч, а я знаю причину, по которой нельзя. Нельзя у нас что-то стримить. Что за дерьмо? Да, я буду лефать. Это назови лучше ты. Есть очень серьезная причина, которая и входит именно чуть ли не в устав стримов и так далее. Я пройти нельзя. Как сделать прохождение доты? Легко. Пройти всю компанию. Нет, никак. Дота первый. Это первая та карта, отлично. Не, можно в цисты заставить проходить компанию на максималке. Не. Правда, ладно. Че за компания? Волки, например, никаких компаний не видят. В чем суть компании? Я задание выполнял. Это не прохождение. Это те же самые биты. Разбиты на эпизоды. Это не вариант, не хотим. Хау. Я просто беру собрак, он чуть поставил. Я сделаю круг. Понимаешь, даже Diablo 3 и то, кто не стримит, потому что там есть вполне конкретный сюжет. Diablo 3? Ну, ты да, сравниваешь это мобу с RPG? Это не RPG, это что-то вообще слышно. К тому же он бесконечный. Diablo 3? Diablo 3 бесконечный, слышишь? Я в него играю уже, ну, блин, года два, и я тебе честно скажу, он бесконечный. Я еще потерялся теперь. Поэтому берите, лучше что-то найти. У Diablo 3 с прохождения сюжета игра только начинается. А там он заканчивается? Нет. Это первая заканчивается, даже вторая уже на этом не заканчивается, она только пошла. А третья уже возвели в эту степень все это дело. А, нравится. Ненавижу водичку, конечно, но там бронелинир. Все будет страшно. Человек скоро потерялся. Все, теперь не будет страшно. А, нет, о, ошибся. Гриша, привет. А, здорово. Он уже стримил, а или? А что, стримил, нет? Нет? Вчера нет. А, ну, что? Сейчас, по-моему, завис. А, я забыл, что ушел тип сейчас будет. Здорово, пацан. Что, щитом закрывается? Он дурак, что ли? Ой. Кент, ты знаешь, что у тебя неправильные стримы? Да? А что так? Не, ну серьезно, что я стримовка точек. Это серьезные неправильные стримы. Почему-то у всех на стримах в начале балла человек, потом увеличивается количество. У тебя все наоборот. Это нормально. У тебя на стриме изначально было 30 человек, сейчас 18. Это как? Ну то, что кого-то не тянет. Чем ты 3 косаря ставишь? 1.6 нормально. 1.6 это мало. Мыло. Мыло. Че, у меня никогда мыла нету, и никто не жаловался. Завершение экрана какое? Да. Чему? Завершение экрана какое? Обращаюсь, разрешение. Завершение экрана FPS. Понеси разрешение. 960 на 540. Пойдешь. Это мало. Мало, это 120 на 80.
Зрители не хотят назвать. Зрители как бы ногами голосуют за то, что ты понизил битрейт и разрешение. Даже не просто ногами, а пальцами, но. Ну, пальцами, окей. Да. Тогда я доберу этот эпизод. И перезапущу, сколько там хотя бы время. Пусть учу как раз, да, еще будет времечко. Сейчас позанимаемся строчками. До скольки понижать? Смотри, 960 на 540, это масштабирование разрешения у тебя там должно быть, 960 на 540. Битрейт 1600. Буфер можешь составить. Дёрганая игра просто. Чтобы не надо. Раздражает. Мне вспоминается мрачное время, когда у меня был хреновый комп. Так, ладно, сейчас я вернусь. Я думаю, мне интернет лагает или что. Стоп, да?